Привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в такую игру интересную, где нужно стирать всякие штуки. Так, побрей меня. Давайте побреем. Есть, получилось. Самый первый уровень, он самый легкий. Так, порадуй цветочек. Ну давайте сотрем, тут солнышко будет, да? О, лед растаял, и цветочек у нас зажил. Так, дальше. А, где деньги? А, ну давайте попробуем. А, здесь полицейский, нет. А, вот деньги, смотри. Так, значит, все полностью стираем. Да, и мы забираем деньги. Отлично, отлично. Так, а вызови Джина. Так, давайте-то грязь уберем, все. Ага, Джин вызвался. Ну, в принципе, пока легко. 3 плюс 5 равняется 28. Нет. 8 правильно будет. Да. Это тоже легко. Так, сделай их счастливыми. Так, ну давай попробуем колючки убрать, да? Есть. Все, и они подружились. Блин, а интересно было, если бы я шарик бы стирал, что было бы? Найди рокера. Рокера? Вот рокер. Да, отлично. Рокера мы нашли. А что скрывает лесник? А ну что там? А что он лысый? Блин. То, что он лысый и одет в розовый костюмчик. Офигеть. Это балерина, что ли? Типа балерины какой-то. Так, помогите посмотреть футбол. Ну, здесь надо стереть. Здесь телевизор, наверное, стоит. Нет? Подожди, в смысле? Вон нифига у него там плазменный телевизор. Конечно, дедушка будет счастлив. Счастлив смотреть на плазме, на большой, чем на маленьком. Так, подели поровну. А, ну давай здесь просто так вот аккуратненько разрежем. Отлично. Что скрывает мадам? Ого! Нифига себе! Офигеть! Играем дальше. Так, найди кролика. Блин, почему-то я подумал, что кролик там будет сидеть. А, нет, вот. Так, тут жаба. А, типа, ладно, все. Кролик, вот, нашли мы кролика. Сотри макияж. Угу. Да, без проблем. Блин, а что у него с ресницами-то? А брови тоже надо стирать, интересно? Да, стерли. Найди ошибку. 2 плюс 2, 4. А нолик убираем. Да, все верно. А, что скрывает жена? Ух ты, интересно, а ну-ка посмотрим. Тут ничего нету. Инопланетянин. Блин, это инопланетянец, что ли, ничего не пойму? А, нет, вот, смотри, под половиком. Вон что лежит. Офигеть. Что же она скрывала, да, интересно? Так, слепи, как на картинке. А, ну просто мы это стираем, да? А руки тоже? А, нет, руки не стираются. Готово. Сделай его добрым. Вот так вот убираем. Вот все, он стал... О, смотри, как быстро он стал добрым. Просто стерли брови ему, да, такие злые. Так, включи воображение. А, типа он космонавт и на Луне, типа, находится. Интересно. Улучши зрение. Давайте очки стерем. Опа, все, теперь шикарно стало видеть. Сотри лишнее. Лишнее? А, ну смотри. Типа, что нарисовано в сундуке, да? Очки есть. Тапочек есть. А, что, фотоаппарат тоже есть. Ага. Так, тапки точно есть, да? Вот это вот лишнее, мне кажется. Да, все верно. Помоги с машиной. Давайте.
Вот здесь новая машина стоит. Опа, получи. Получи, дедуся, новую машинку. Подготовиться ко сну. Ну, типа вот это мы убираем, платье убираем, да? Может, все стереть надо? И платье, и будет ко сну подготовка, да? Точно. Ну, в принципе, несложно. Как выехать к красной машине? Просто стираем черную и все. Блин, красная тоже стирается. Все, поехали. Так, избавиться от улик. Ну, избавиться от улик можно просто... Блин. Камеру надо стереть, слушай. Отлично, избавились от улик. Интересно. Так, собери лампочку. Как здесь можно лампочку собрать-то, а? В смысле, все стер. Так, собери лампочку. Блин, а как собрать лампочку? Тут как бы... А, я понял, как собрать. Вот эту часть стираем. Есть. А здесь стираем вот эту часть, нижнюю. И будет лампочка у нас. Точно. Готово. А, что скрывает Котя? Сейчас посмотрим. Рыбку скрывает, которую он хочет съесть. А рыба что-то бедная аж напугалась. Найдите букву R. А, ну, тут легко. Вот так, пожалуйста. Спасите девушку. Блин. А как? Тут их две, слушай, а как ее спасти-то? Я думаю, знаешь, что можно сделать? Вот это стираем. А тут цветочек. Да. Девушка спасена. Кто убийца? А, ну мне кажется, женщина. Женщина-убийца. Точно, смотри, там кости лежат. Офигеть, она его запекла и сделала тортик. Найди пирата. А, ну тут просто очки стирать надо. Очки стираем. А и усы. Блин, усы, наверное, не надо стирать. Просто очки. Нет. А где тут пират? Подожди, алло. Если мы все стерем. Нифига. Давай только чистые очки. Так, подожди, ну тут смотри. Мы все можем стереть. А, пирата. Вот так, одну только нужно закрыть. У него там глаз был как бы нерабочий. Так, создай скульптуру. А, ну здесь просто мы это все будем стирать, и тут будет появляться у нас скульптура. Ух ты, какая красивая скульптура. На светлое зеркальце скажи. Давайте посмотрим, что там. О, нифига, это же этот, как его? Шрек. Страшно. Сотри лишнее. А, ну планета, смотри. Ну вот луна, она не такая большая. Да, луна маленькая. Кому нужен конус? Давайте дядечки посмотрим. Ну да, пёсику только конус нужен. Поэтому мы стерли конус у мужчины. Найди любовника. А, под Коти. Нет, не под Коти. Может это? А, может мужика этого стереть? Нет. Может женщину? Нифига. Вот где, вот любовник, да? Ну да, любовника нашли. А, нет, вот тут еще надо стереть. Офигеть, бедолага, смотри, спрятался. Ё-моё. Угу. Дальше. Лотерея, здорово, я люблю лотерею. Сундучок. А, можно сейчас ее стереть и найти. Лотерею. А, ну стираю вот эти вот деньги здесь, кстати, лежат. В смысле? А как ты-то?
Здесь получается, смотри, деньги, сундук. Big win, большая победа. Типа, может, большая победа? Нет, ну как бы вот, вот деньги, да? Ну все, я же так делал в первый раз, почему не получилось? Помоги послушать музыку. Господи, боже мой, давай тут все стерем. Пусть у него будут беспроводные наушники, кстати. Да, точно. Видишь, как я подумал, да, беспроводные наушники. Ребята, если понравился этот выпуск, обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, пиши комментарии и передавай приветы. Если хочешь попасть в видео, всем пока-пока.